в тоталитарном клерикальном государстве. Группа Pussy Riot лично мне не нравится. Я ненавижу пиар и тренд политический. Но и когда мокрую курицу себе в пизду засовывают, я тоже не сторонник. Но сажать людей за это без понт. Если уж на то пошло, за это должно сидеть половина представителей Государственной Думы. Потому что именно они себе в жопу запихивают многие предметы. И это известно всем миллион!